Ты ведь знал ее. И у тебя промелькнуло сомнение. Но ты отмахнулась от него. А к сомнению стоило прислушаться. Как я слушаю тебя сейчас. Расскажи мне все. Я твой единственный друг. В отделе ты явно не любимчик. Многое изменилось с тех пор, как ты ушел. Еще ловить убийц? Да. Не так уж все и поменялось. Уверяю вас, мы работаем в круглосуточном режиме и привлекаем все ресурсы к этим делам. Убийца акула. Остановится, умрет. Любит водить. Неплохая машина, может, две. С большим пробегом. Что, понравилась моя машина? Ну да. Багажник большой. Одного не понимаю. Как человек с наибольшим процентом раскрытых дел не получил ни одного повышения за 15 лет? Наверное, ходил не в ту церковь. Я смотрю в твои глаза. Мне не нравится, что я вижу. Он знал все детали, но был в 16 километрах от места убийства. Почему? Почему? Багажник большой. Чего ты хочешь? Я хочу поймать подонка. Ради кого? Ради всех девушек, которых он убил. Я тоже хочу поймать подонка. Только я делаю это ради себя. Дело в деталях, Джимми. Мелочи разрушают твою жизнь именно на них. И попадаешься. We'll be right back.